В связи с празднованием Дня России Пенсионный фонд почты и банки скорректировали график доставки пенсий. Отделения почтовой связи городского и сельского типа будут доставлять пенсии по следующему графику. 11 июня за 11 и 12 июня, 13 июня за 13 и 14 июня, 14 июня за 15 и 16 июня, 17 июня уже по обычному графику. Сбербанк средства на выплату пенсии Пенсионный фонд перечислит 10 июня за период с 12 по 17 июня. Другие банки средства на выплату пенсии будут перечислены 11 июня. Получить пенсию можно, как только банки зачислят средства на счета пенсионеров.